Рассказывай, как все было. Ну, значит, мы там... Она сильная волевая женщина, он ранимый, чуткий, но при этом умеющий любить мужчина. Обстоятельства сводят их в тот момент, когда каждый из этих двух людей переживает кризис духовных ценностей. Они хотят жить полноценно, чувственно, и на начальном этапе каждый из них вкладывает в эти понятия свое понимание. Но судьба делает все, чтобы убедить их. Нужно быть проще в отношениях, не искать подтекстов и недосказанности. И тогда мир заиграет совершенно иными красками. Где же наш поезд там пропустился? Давай, давай. Она сказала, что хочет, чтобы мы развелись. Вот так сразу, вот без всяких проблем, да? Нет, подождите. Все сначала. Пьеса французского драматурга Антуана Ро, однако сюжет настолько типичен и настолько реален, что вполне может воплотиться в череде будней людей совершенно разных стран. Трио талантливых актеров смогло воплотить все замыслы режиссера, чтобы сделать эту творческую работу поистине душевной, оставляющей в сердце что-то теплое и трепетное. Вот эта пьеса совершенно случайно попала ко мне, но как она заинтриговала вот своей историей. Мы когда начинали репетиции, я сказала, что вообще в моей жизни есть семья, у которой похожая история. То есть не то, что похожая, она практически один к одному. Для молодой актрисы Екатерины Сиротко, сыгравшей дочь главной героини, эта пьеса – дебют. Девушка буквально недавно закончила Могилевский государственный колледж искусств и теперь постепенно вливается в большой и дружный коллектив Брестского театра драмы. Я очень хотела сюда попасть. Коллектив мне, правда, очень нравится. Я даже не думала, что будет настолько хорошо и настолько все слажено. Вот. Спектакль «Все сначала» открыл осенний театральный сезон премьер. Следом за ним 12 ноября состоится показ еще одной ожидаемой постановки. На суд зрителей артисты представят спектакль «Олеся» под одноименной повести Александра Куприна. Премьера пройдет на обновленной сцене театра.